Добро пожаловать домой, друзья. Мы продолжаем играть в Эндерал. Меня зовут Шустра. Здравствуйте. И случайно, украв один грибочек, получив штраф за это одну монету, я уплатила его. Меня перекинуло в военные бараки. Я там бываю чаще, чем где-либо еще. Я прошла мимо кладбища и увидела, что здесь стоит женщина. Это ученица Элия, и можно с ней поговорить. What? Ты в порядке? Did you say something? Да, мы еще минуту стояли и в глаза смотрели друг в другу. В чем дело? Что с тобой случилось? No, I'm perfectly fine. This is a grave, and I'm kneeling in front of it. It couldn't be better. I'm sorry. You didn't deserve that. I just... I don't know whether I'm coming or going. Нет. Чья это могила? My sister. Гадия. She... I don't know if you've heard about it, but there was this incident in the temple. The Red Madness. Магистр Еро. And you've heard about it. My sister. She was a novice, just as I am. And she... you know... She met this boy. Everything was better. He was only of the manufacturer's path, and neither our parents nor the Holy Order would have approved. She wanted to leave the city with him. Travel the lands. Just like in the bard songs. I called her a fool. I told her that it was our path to serve the Order, and that leaving here would be a sin. 3 days later, it happened. She sat in the first row in Europe. You know. Ты винишь себя в ее смерти? You say it as if it were far-fetched. But it is my fault. Without me, she would be with that boy in Дунвилл. Building a new life. It is my fault she was in the lecture that day. No matter how I twist and turn it, this is how it is. Ну, твоя сестра и ее парень могли попасть в засаду бандитов еще у городских ворот. Maybe. Maybe not. Anyway, I should go back to the temple. Thank you for your words. Walk blessed. Расскажите магистру о возвращении ученицы. Забавно. Keep walking. Пошла нафиг. Ой, у меня уж в глазах помутнелось. Так, нам надо бы на... Мне нужна башня Мирада. Вот хоть тут, хоть рынок. Мы пойдем на рынок? Но мне нужна башня Мирада, а я знаю только вот как к ней попасть, когда которая вне города. Это с гавани. Проще простого. А тут что-то я... Она, по-моему... Она не в квартале знати, но она и не на рынке. Как тихо. Слишком тихо. По-моему, кстати, вот сюда. Да-да-да-да-да-да-да, в Южном квартале. Точно-точно. Мы, кстати, с вами идем. У нас так резко начался эфир, на самом деле. Я хотела найти все это за кадром, уже прилететь в место назначения, а потом уже мы с вами потихонечку продвигались. Ой, господи. Вот. Но нет, так не получилось. Эта женщина заставила... Кстати, она получается вроде как не квест, но с другой стороны она как бы и квестовая. They just sit on their asses and hope things settle themselves. Застрять на лестнице это так... Yes? Нормально. Так. Walk blessed, Fred. Sure. Слушай, мне надо... в Дюнное. Where to? Вот, но там северная граница, я так думаю, ты меня сейчас приведешь просто в сам город и делай, что хочешь, да? Я просто никогда там не была, поэтому я увидела, что там граница Дюнного или что-то в этом роде, и нам чуть-чуть левее от этого места.
от высадки. Сейчас будем смотреть, искать. Мы идем по квесту Апофеоз, часть первая. Что является не таким уж и простым квестом, как пишет нам сама игра. О! Здорово! Не очень-то тут. Вот кто такой наблюдатель? Ну, хотя бы здесь есть защищенные нами сундуки. Так. Выложим все. Все, что нам не нужно. Зачем я это выложила, кстати, в душе не чаю. Вот это выложим. У нас что, с вами есть 500 монет. И веса достаточно. Ну ладно. Так. Прикольный столб. Локация интересным образом меняется. То есть это все не такое уж и милое место. Я так подозреваю, что в Дюнном мы тоже можем найти дюжину квестов. Блин, прикольно, пески. Как всегда мечтали мы, да, что новая часть Тесса будет в Эльсвейре. Я думаю, здесь ворота. Оу, этого чувака я знаю. Ой, здрасте. Я что-то думаю, вы не очень хороший, да? Скотина. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Куда? Я не туда иду! Ё-три твою дали-бда-бда-бда! Мужики, помогите! Мужики, там их слишком много! Мужики! Я выдохну. А-а-а! Киса! Мужики. Даже мечи не достали, алло. Прикольно, он как будто заперт здесь. Забавно. Так, ну у нас там еще ребята наши смерти хотят. Чем я там сейчас такая краткая? Хрена вообще, на самом деле. Пора, мне кажется, Амбразию глотнуть. Они тоже за мной? А, побегут. Эх ты, тварь меткая. Там еще один нас ждет. Прикольно. Никогда не видела, чтобы еще Мират как-то наагрился. Но он не наагрился, правда? Ну вы поняли, о чем. Блин, я думала, там город, а это. Так это город или не город? Я думала, это будет что-то вроде как арка или хотя бы деревушки, как в речном. Я медленно скажу. Помните, как было в этом? Скажи мне, тебе скажу. В Хоббитах. Когда он так медленно... Блин, я думала, я запрыгнул. Он так медленно уходил от разговора. Вот что-то типа такого сейчас происходило на ваших глазах. Ладно, мы сохранимся. Жук-каражук, иди сюда. Как ты близко-то. Скотина, попал сюда.
Юбилейная соточка стрел разменена в тебя. Дун-дру-дун-дру-дун. Запел. 250 опыта за него дают, чтобы вы понимали, ага. Значит, есть. Что можно покушать? Мам. Ничего не приготовленного. Вот. Бонито! Бонито, не ешь его. Ты же осел. Там что-то справа было. Бананы, смотри. Ой, да хорош. Ну это люди, кстати говоря. Он слезает, чего я понимаю. Ну, у тебя щит хороший. А меня сейчас убьют, кстати, дело, между делом говоря. Почему их так много? Почему так много врагов? Алло. Нужна помощь. Со мной сделали что-то непотребное. Довожу до вашего сведения. Это еще, кстати, до жука у меня сейв, чтобы вы понимали. А нет, после жука. Блин. Ну, в любом случае, мне надо отхилиться. Золотой подсвечник. Перчатки праведного пути. Прикольно. Давайте, наверное, еще втопим в себя, я не знаю, картофелину, да, чтобы как-то ускорить этот процесс. Садимся на карты. Птицы не полетят. Бабушке своей помахай. Ах ты, блин! Так, а то что-то начал попадать, вообще не хорошо. Не-не-не-не, я так хорошо иду, ты чё, ты куда? Я даже зелье побухаю. Блин, ну что? Ну ты, ну что это такое? Ну что, я не смогу здесь, может я смогу пройти, не знаю, пробежать. И типа идет такое, как ни в чем не бывало. Козел, одного же завалило. Твою мать. Бонито. Ко мне, Бонито. Смотрим. Охренеть! Мы не на той башне.
Вот в чем. Башня Мирада в Дюнном. Она нужна была. Башня Мирада в Добростраже. Так, намек ясен, господа? Подожди, а почему я подумал, что мне надо в Дюнное? Откуда я вообще знаю это? Ладно, неважно. Пойдем в Добростраж. Кто-то, я думаю, что-то меня здесь это... О, кстати, город. К вопросу о городе. Может, город откроем? Нам здесь, конечно, охереть как не по пути. Точнее, нам здесь как охренеть как рано быть. Но я так подозреваю, потому что что-то мне очень сильно навешивают люляшечек. Давай, что ли, город откроем, я не знаю. Где город? Город, вот. Это же город, что ли? Дюнная крипта. Так. Только не говорите мне, что мне надо... Мне не надо по-любому через такое бегать. А в чем прикол? А прикол в том, что можно, наверное, как-то обойти. Вот сквозь текстуры проваливаться не надо бы на... Для чего вы сделали это дерево? Чтобы я по нему забиралась. На морковь. Жуки-коржуки. Киса, кажется, большая киса. О, город. Ой, это не киса. О, ты что? Все вообще насрать, да, на урон? Я тебя поняла, мужик. Я тебя поняла. Да, о боже, как высоко! Мама, спаси меня обратно. Мамочки. О, прикольно. Я-то думала, они мирные. Кстати говоря, он у меня с... А, нет, вот он. Отлично. Он меня потерял. Что? Да блин, как ты меня нашел? Я могу там еще на врагов наткнуться. Нельзя спиной так уходить. Ого! Нормально тут левел-то качаю. Еще здоровье. Большие рога и яблоко. Что? Кто? Господи, что ж ты меня так напугал-то? Where from? Что, простите? Where are you from? Who sent you? What do you want? Blah, blah, blah. The usual. I can't just let everyone walk into Duneville. Я охренеть, через что сейчас прошла. Значит, это Дюнное. Мне он представлялся, не знаю, побольше. This, my dame, is what you call an entrance. The actual Duneville is below our feet. In a cavern. Who the heck are you? Huh. Wait a second. You're an outlander, aren't you? That explains a lot. Значит, город внутри пещеры. Town, not city. And I, it's in a cave. A Sweetwater cavern, to be precise.
A lot more comfortable and cooler than up here. But you'll see for yourself soon enough. А зачем людям здесь селиться? Это, по-моему, не самое гостеприимное место, судя по его обитателям. Aye, that may be so, but it's very resourceful. Go ahead. Try to get your hands on sulfur or malachites in the Heartlands or the Sun Coast. Let alone dates, bananas, or peaceweed. And since there are hardly any workers willing to travel back and forth between the plantations and Ark, they needed a place to stay. And here it is. И кто же здесь живет? Sailors, miners, vagabonds. Anyone who got of those snobs from Ark, I guess. At least that's how it was for me. Also, Duneville doesn't have that many residents. Most of them are either just passing through or daytalers who work here for a season. Мне нужно попасть внутрь. I figured that much already. Tell me what brings you here, and maybe I'll let you in. Мне просто нужна еда и постель. Не собираюсь делать ничего противозаконного. Let me consider. All right, fine, you can pass. But do yourself a favor and respect the rules, or your ass will be out in the dunes faster than you can count to three. Какие правила? Разве здесь не действует закон ордена? Of course it does. With some minor adjustments. Listen, just behave down, mention it. Хорошо, спасибо. Этот разговор никуда не ведет. Так. Дюна. Дюнный дом. Дюна. Ну, прям. Это интересно. Ну как мне отсюда улететь? Если только обратно в Арк. Или в речное оттуда. Да, наверное, в речное лучше улететь, потому что там побезопаснее. И загрузок меньше. Боже, вот угораздило же ошибиться и прилететь куда не надо. Может, мы здесь свитков купим? О. Забавно. Спать я могу здесь безнаказанно, вроде как. Тюрьма. Понятно. Кто-то просто кушает чеснок. Хотят не болеть. Дюнная. Зачем здесь наблюдателя? Твою мать. An outlander. Isn't this nice? Ahoy. Keep walking. Have you heard the news about the Magister? That he murdered thousands of officers. I just put them out for you to look at. Tell me what you need and be quick about it. Дубовый лук, кстати, за пятнашку. А у меня что? А у меня тоже дубовый лук, так что все нормально. Так, найти секиру, найти меч. Блин, я у тебя это скупаю. Нет, на то-то я думаю, что-то не то. Тоже забери. Так, ты камушки даже не берешь, ничего себе. Ладно. Blessed. Какой моряк? Шейра. Это у вас таверна такая. Даже не торгуете, да? А кожу, по-моему, всю выложила. Farewell. Кожа и железный слитр. Ну, я все выложила, поэтому неудивительно. То есть здесь вообще ничего, вы хотите сказать? Keep walking. Да иди нафиг. Должно же быть здесь хоть что-то интересное. Не просто ж так я сюда приперлась. Товары. Aye, sure. Take your time. It's not as if there's much to do down here anyway.
Не знаю, зачем, правда, но пусть будет. Walk blep. Potatoes, garlic, radish. По-любому сюда отправят на квест. I told you. I never got how that imbecile made it to captain. Did you say anything about what we can do about the mast? Nah, what could he say? We don't have enough coin to fix it anyway. Shit, it's fucking storm. Really? I can't believe we were stupid enough to sail right into it. Why stupid? I mean, even old Charon said it'd be safe. Why? Because he didn't get his bellyache? Don't tell me you believe that bullshit. Well, you can't argue that he was right before. You're bonkers. Ahoy. Вы говорили о болях в животе и бурях? Aye, you did. My lovely pal here is certain that geezer our captain has been keeping around for 2 years now. Can tell the weather by these hunches he apparently gets. He did, though. Don't you remember that one time in Araziel? He was sick for days and said a tempest was coming. One bigger than anything we'd ever seen before. And it did come. And if it weren't for him, we'd have sailed right into that storm. Aye. Incredible, it truly is. Especially because even a blind Лиорин could have seen the dark clouds at the horizon. А, как ваш так ваш корабль попал в шторм? And a bad one too. We just came back from Octwin, and it took us... Blazes, shut up, you stupid idiot! Oh, well... The air smells kind of spicy today, doesn't it? Почему вы скрываете меня, что приплыли, что плавали в Арктвент? You're not from around here, are you? The ruins of Temetrail are a bloody treasure chamber if you know where to look. Our captain only wanted to see if someone left something useful there. You know, some bottles of Temetrailian brandy. Old coin, trinkets, the like. Aye, and it's not as if the Temetrailians need him anymore. Я что-то не догоняю. То есть мародерство там это преступление? Well, it is here on Enderal. Aye. Respect where the fallen ones and this kind of nonsense. You know what I'm talking about. But honestly, if you were dead, where else would you want your gold to be? Rotting beneath the earth or in the hands of some charming sailors? I know me answer. Okay. Aye. То есть, you did. Неправильно, что ли? My lovely pal here is certain that geezer our captain has been keeping around for 2 years now. Can tell the weather by these hunches he apparently gets. He did, though. Don't you remember that one time in Brazil? Ну, ты про страж, отлично. Это уже должно быть немножечко полегче. Точнее, немножечко получше. О, что это такое за камень? Наступить на хвост Мирадо. Блин, а круто тут. Что это? Мне же интересно. Кто? Матриарх Златолесья. Понятно. Может, ты что-то страшное, расскажу я тебе. Угу. Ах, ты твою мать! Хорош. Он сказал ха-ха-ха. У меня по 350. Тебе только 7 моих стрел, и все. Ладно, тоже ничего. У меня, кстати, что там с луком? Все плохо.
Вот теперь все хорошо. Теперь он будет еще и замедлять. Здрасте, тела. Разбойник. Интересно. То есть вас матриарх перебил. Твою мать. Стрелы? Какие хорошие стрелы, спасибо. Твою мать. Да, покритуем немножко, что ли. Да, за лучника, конечно, не так интересно играть. Но, блин, когда хороший лук, что он вот так вот хотя бы их замедляет врагов, то это, в принципе, терпимо. Блин, в тебе ничего нет, жалко. Кроме моих стрел. Так, я взяла какие-то убер-пупер клевые стрелы. У меня... Подожди, плавильно. Ну, по-моему, я ничего не могу плавить, да, у меня ничего с собой нет, я все выкладывала. О, тут тоже я ничего делать не могу. Не знаю, нужны ли мне схемы для этого или не нужны. Смотрим сундук. Металлолом древнего народа. 10 отмычек. Ну, ничего себе. Ну-ка, я могу это переплавить? Ну, да. Слиток древнего народа. Не знаю, зачем мне детали, их до сих пор собираю, но пока понятия не имею, зачем. Мы можем подняться сюда наверх. Это называется приехала по классу, да? Угу. Ну, все дороги ведут в карьер, это понятно. А он... Нет, не хочу. Переходить не хочу. Воу, конечно, внушает. Внушите, внушаемо, хотел сказать. Ну, внушаемо, на самом деле, внушительно. Ладно, аккуратненько пойдем в сторону того места, в которое нам нужно быть, а то нам мы с вами... Ну, хотя, с другой стороны, само прохождение, оно как путешествие, да, то есть... Я стараюсь, конечно, идти по квесту, ну, я и иду по квесту, но... Когда видишь что-то такое интересное, всегда хочется немножко... Отвлечься. Блин, как вас тут до хрена-то? Блин, ну загорается он, конечно, эпично. Смотрите, какие рога, какие вилки. А можно еще пока? Это надо было лап поднять ему. Кстати, давайте это, в принципе, и сделаем. Черепно-мозговая. Пару левелов мы подняли еще в этой серии, насколько я... Ух ты, здесь бывает день? Лол. Так, смотрим. Удобная броня. Воспоминания бродяги обучают вас использовать яды, зелья и легкую броню. Легкая броня на 17 более эффективна, еще более эффективна. Хорошо. Зелье, которое восстанавливает здоровье, ману и восстанавливается теперь эффективнее. Хм, это интересно. Самостоятельно приготовленные яды эффективнее на 40%. Если у вас надета только легкая броня, то и восстановление, то ваше восстановление у выносливости уменьшается на 30%. Потребление ингредиентов раскрывает большее количество алхимических свойств. Вот типа отсюда можно начать качать алхимию. Дает способность бросать бутылки. Да. Создающие масляные лужи на поверхности, которые... Вау, вот это очень круто. Теперь легкая броня ничего не весит и не замедляет вас. Яд в два раза дольше. Увеличивает переносимый вес на 50. Если вы носите только легкую броню, то вы получаете 25% к броне. Угу. А тут что у нас? Если вы атакуете во время скрытности, то шанс нанести критический урон увеличивается на 10. Воспоминание лазутчика улучшает ваши навыки скрытности, риторики и карманных краж. Давайте, наверное, да, риторику мы тоже бомбанем. Осталось один. И, наверное, вот в скрытности. Скрытные атаки луками теперь носят два с половиной больше. Вот тебе то, что мне надо. Кинжалом. Одноручное оружие. Скрытные. Не действует на кинжал. Угу. Отлично. Хорошо.
Мне нравится. То есть мы еще можем луки апнуть по этой ветке. В принципе, мы этим и будем заниматься. Не вылетай, пожалуйста. Надо было сначала дождаться быстрого сохранения, а потом уже полететь. Какая нестабильная игра. Так, я, пожалуй, еще раз сойвонусь. Лагерь Потиры. Никаких следов Потиры. Мне стоит здесь осмотреться. Исследуйте место вокруг лагеря Потиры в поисках подсказок о ее местонахождении. Книга по ремеслу. Спасибо. Картофель. Капюшон убийцы. Интересно. Крутяк. Изумруд, пожалуй, заберу. Так, а что мне стоит искать? Молот. Так. Следуйте место вокруг лагеря Потиры в поисках подсказок о ее местонахождении. Колодцы, ничего. Здорово. Может, ты перестаешь меня видеть? Стрел осталось. Не знаю, может мне дальше пойти? Но опыт я, конечно, здесь буду гребсти. Сейчас, рубись. Не регенерируй. Слушай, ну прямо вот здесь есть вот это вот место. Может быть, она там чем-то занималась? Тебе не очень удобно. Крепость Добростраж. Тебе тут все сгоревшее. То есть тут... Господи! Да так нельзя делать, твою мать! Я же реально чуть не... Извините. Это вообще не чеснок. Вообще не знаю, куда я иду. Вообще, вот от слова в принципе. Ну да, конечно. Скотина. Напугал меня. И всех причем наверняка. Ну, точнее, я напугала уже всех. Предметы. Так, еще ватир. Так, а лук перестал замораживать. И наносит он мне охереть сколько урона. Ну нет. Без моего лука это смерть. В удобную позу. Легло мое тело. Так, хорошо. Лук надо зарядить. И тогда будет еще возможность посражаться. Я, наверное, даже посох пламени, кстати говоря, поставлю. Вот так вот. Так, а тебя мы зарядим. Вот так вот. Хотелось бы еще, конечно, порегенерировать.
Можно просто, наверное, какую-нибудь картошечку съесть. Гриб мамы. Вот так вот. Не-не-не, ты, пожалуйста, не это. Так, хорош. Все, ватиров больше нет. Господи! Какого хрена? Боже мой, как же это... Как же это сложно. У меня там, по-моему, в лагере кровать была. Пойдем поспим, потому что мне уже не хватает сил отъесться. У меня же был, да, спальный мешок, да. Фу. Сложно. Ну, наверное, я надеюсь, это того стоит, потому что я пока, в принципе, не догоняю, что мне надо делать. В смысле, угу-гу. Мне вот это угу-гу не нравится. Кинжал праведной чародейской ярости. Чё за кинжал? О, нифига себе! Здрасте, у меня новый фаворит. Так, кинжал отчаяния. Стрела старого пути. Винишка. Так, сохранимся. Мы этот кинжал заслужили на 19 урона. Никого. Знаю я эту игру. Щит звездник. Нормально. Там заклинание милость. Деталя. Говядина. Так, ну хорош, это прям вот, конечно, хорошо мы полутались, спору нет. Один кинжал чего только стоит. Мой любимый грибочек. Лесенка наверх, которая никуда не ведет. Кто там, это паучара? По идее, он должен умереть просто по причине того, что он не знает, где я. Вот это уже, друг, это уже плохо. А, ты еще и своих дружков привела? А, еще второй великий, ничего себе.
нормально. О, level up. Здоровье, запас сил. Да, я запас сил. Хотя я бы все качала в здоровье. Вот ей-богу клянусь. Я на самом деле что-то не очень хорошо иду по заданию. Просто по причине того, что я пока не знаю, как куда идти. Что это? Золотая руда. Я хочу золото. Не очень хорошим луком, не очень хорошими стрелами. Мы тут как бы стараемся всех помнить. Но ватира это что-то вообще бомбическое. Я еще никогда так, такие кирпичи не высирала. Так. Корень это хорошо. Лишайник. Мне определенно не сюда, хочет мне сказать игра. С какой-то стороны есть, не соглашусь, но... Я думаю, мы сейчас какое-то время побродим тут, прям в окрестностях. Постараемся не нарваться на что-то... А, подожди, я поняла, мы пришли обратно. Здорово. Больше не рада. Хорошо, что мы вот так вот не пошли на пролом. Вот бы огребли. Вот бы весело было. Так, так. Хм. Крепость Добростраж. Блин, вот чую, извините, жопой, что там ватиров. Нет. Угу. Вам страшно? Айтерский шлем. Кинжал праведного пути второй. Поселение в смятении. Так, это потом почитаем. У меня, кажется, второй кинжальчик, да, такой? Кинжал отчаяния праведного пути. Так. Два кинжала по 19. Добрый вечер. Что? Златолесье. Подожди. Это наверх. Я правильно подозреваю? Да, это наверх. Хорош. Тут стража не сидит. Здорово, мать. Уличная девка. Тихо, тихо, мать, ты чё? Мать, ты чё? Так, смотрите, вон электричество, быстро. Ой, здрасте. Чувствую, будут проблемы, да? Я шаги не услышала. Это моя ошибка. Ну-ка, пойдем. Да. А вот теперь вопрос. Какого ляда? Ты меня услышала? Оргазмируем. Хорош. Мне нужно найти... Черт, 24 отмычки. Мне хотя бы приблизительно найти. Дальше плюс я пойму. Так. Еще плюс 2, что ли? Раз, два. Нет, раз, два, три. Плюс 4. Ай-яй-яй, нет. Перебор. Отлично.
Зелье маны качественное, магия света. Охренеть, лунная руда, малахитовая руда, священная пыль. Хорошие стальные ботинки, хорошие стальные перчатки. Дыхание смерти ранг 2. Укус пламени ранг 4. Предметы. Так, хорош. Теперь меня больше интересует лук. Охренеть. Ну, это, конечно же, на булочку идешь. То есть теперь у нас, здравствуйте, эбонитовые вещи, да? Картис. Каждый день одно и то же. Угу. Матом не ругайся, меня дети смотрят. Да блин! Она со своим электричеством. Так, как мне отсюда выйти и при этом... И при этом все это унести с собой. До свидания. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, а сейчас, если я тычку получу, я сдохну. А я получу! Давай поговорим. Давай-давай-давай. Что-то меня не очень от электричества спасает, не находишь, нет, делится? Ну, открытое пространство — это уже моя территория, так что ты уж не обессудь, чувак. Тем более с таким луком, который я у вас украла. Ну, образно говоря, у вас. Тебе понравится. Что? Как же? Лицо... Что? Прям в жопу ватира? Что? Как? Так. Напал. Сука. Так, ты меня не трогай. Да блин! То есть мне от него два удара, я больше не переживаю. Это прям вызов, я не могу ничего с этим сделать, это вызов. Тем более мне от него все равно не убежать. Ну и что? Он критует с одного удара, хоть обосрись. Отступаем к чести, так сказать.
Ну, типа, и все. А дальше по одному вот цыганете. Нашла, блин. Апофеоз, часть первая. Ну да. Куда мы стрелы летят? Я даже сохранюсь по такому поводу. У тебя орочи, смотри. Прочные кожаные ботинки, кожаные наручи. Так, мне нужны стрелы. Стальная стрела на 5 урона. Эти на 9. Давай на 5. Так, минус 1, хорошо. Осталось минус 2 сделать. Так, ну я смотрю, что вы никуда не идете. И это даже... А, нет, я была просто золотая. Так, отлично, минус еще один. Ну ты же до меня докопаешься. Ты до меня докопаешься, я поняла. То есть у меня нет никаких шансов от тебя уйти, да? Да сука. Я делаю минус два, но его я убить не могу. Не-не-не, пошел ты в жопу. Может, они загрятся на Мираду? Нет, другого выхода нет. Либо меня спасает Мирад, либо я труп. Я труп, наверное. Нет, я не труп. Пока еще нет. Обожаю эту забагованную игру. Где я очень сложного врага могу победить только багом. Блин, лишь бы мне родной попасть. Ботинки. Чародейской ярости. 27. Тяжелая броня полена падшего. Пелена, извините, полена. Ну, в любом случае, забираю. Ну и осталась еще одна. Так, с помощью... Короче, Мирад, я буду всех тебе тащить. Ничего не знаю. Ты уж извини, друг. Супер. Дубовый лук. А мне, по-моему, я же взяла, да, по-моему? Ну, я еще раз возьму. Типа, невелика потеря. Так, ботинки городской стражи. Эти дают 18, это лучше. Магия восстанавливается на 20% быстрее, это лучше. Ну, давайте вот так поставим. 8, да. Нет, подожди, вот это выбросить. Так, по весу еще терпимо. Ну да, тебя же я уже разделал, точно. Мы очень хорошо по луту продвинулись, потому что, ну, вообще отличнейший, я бы сказала. Так, давай тебя на 4, а тебя на 3. Нет. Но это все равно не дает мне решение, где эта мадама может быть. Может быть, где-то здесь. Просто поищите вокруг, это понятие растяжимое, знаете ли.
Просто сказали бы, что найти. Уже было бы проще. Поищите следы. Она изучала что? Это башня еще одного. Где? Когда? Зачем? Мародер. Ух ты, маг. Маг это плохо, маг это больно. Мама, ко мне летит просто фаербол в лицо. А, мамочки. Ну, я не думаю, что у нас здесь. Слава богу, что мне хватило ума сохраниться. Ладно, друзья, я думаю, что на этом надо на сегодня это истязание заканчивать. Мы вроде как с хрипом, с писком, со слезами и соплями, но вышли победителями. Я, наверное, тогда, не знаю, просто за кадром попытаюсь хотя бы поискать что-нибудь. И пока не очень понимаю, просто что от меня хочет игра. Априори не понимаю. Может быть, все просто очень просто? Мы... Ну, не, просто, знаешь, вот смотри, прямо отсюда оно ведет сюда. О, грибочек. Это Атронах? Как я в тебя не попадаю? Да как я в тебя не попадаю? Такое себе. Я еще посох не поставила на четверку здесь, да? Смотри, что у меня есть. Ну, горишь ты явно хреново. Если он на меня просто подышит, мне пипец. Зачем я его трогаю? Вот объясни мне кому-нибудь. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, зачем я его трогаю? Вот зачем? Просто почему я его трогаю? Потому что у меня интерес чисто такой. Ой, ладно, друзья. Буду заканчивать. Это просто ни к чему хорошему не приведет нас априори. Ну что ж, спасибо, что вы были со мной сегодня в этой очень странной серии, которая не имеет особой смысловой нагрузки. С вами была Шустра. Увидимся пока, ребят.